Ребята, всем привет. Пока мы тут на ажиотаже, дело происходит прям сразу после запуска. Вон еще пар идет с двигателя. Решили его раскидать и посмотреть, что там внутри. Все-таки не терпится и очень интересно узнать, как оно там, из-за чего заклинило. Все заклинило здесь. И свободную турбину, и ротор плохо крутится. И мы делали пробный запуск. Ротор вибрировал, то есть шла какая-то вибрация на корпус. Это говорит о том, что опять же с подшипничками что-то здесь не то уже. Не все так хорошо, как хотелось бы. А вдруг еще он жить будет, а? Очень бы хотелось. Ну тут вибрация шла на компрессоре, когда повторно пытались запустить. Во-первых, все заклинило, но шла вибрация, поэтому шансов мало. Ну хотя бы посмотрим, что там и как. Специфический запах. Стартер тоже вонял, потому что чуть не сгорел. Он вообще не может провернуть теперь его. Давай. Что ты, колоться будешь? Когда? Ага, все. Все, камера сгорания целиком вытаскивается. Какая-то жидкость. Горячая. Ага. Красивая, да? Красивая. Основная турбина немножко подкопченая, но целая. Нашел признаки, несовместимые с жизнью этого двигателя. Пробило, так сказать, картер. Ну, если можно это так назвать. Мне кажется, это из-за перегрева. Было какое-то жесткое касание, налипание металла и выдавило лишнее. Здесь трещины видно. Там все в трещинах. Все везде по кругу в трещинах. Да. Да. И сверху? Ну да, вот оно все. Ну что, давай дальше разбирать, смотреть. Интересно же. Давай, давай. Может, еще что-то найдем такое. Так, она горячая. Ну... Так, есть. Ебой. Обалдеть. Хоп! Так, смотрим. Песочек подскочил. От температуры, видимо, отслоился. Вижу, что в масляных каналах есть масло. Это хорошо. Там вот у нас шестереночки поживают. В принципе, тоже неплохо. Здесь у нас все работает, все крутится, все вращается. Стартер попробую сейчас. Жесть, масло полилось адски. Вонючее. Ну так... Получается, компрессор вроде бы вращается. Но вот эта турбина не хочет вращаться. Вот эта вещь, заклинившая полностью. Надо еще разбираться, что, как и почему. Это надо откручивать вот эту гайку, все выбивать, все разбирать, вытряхивать свободную турбину. Ибо ей пришел конец. И вообще, вот здесь двигатель имел все шансы расколоться на две половины и разлететься. Но выдержал. Сейчас наша задача проверить работоспособность компрессора. Поставили два аккума, дадим на всю, и заодно надо будет проверить на вибрации. Звук клёвый. Да, ну, по крайней мере, компрессор у нас есть хороший. Вибраций не замечено при запусках. Оборотики были около 430. Эту цифру надо помножить на 18. Получается 7700 оборотов было
Довольно-таки неплохо, и я думаю, двигатель бы проявил себя с плохой стороны, если бы были вибрации. Значит, компрессор мы считаем, что в хорошем состоянии, раз так. И будем разбираться дальше, вот с этой байдой. Надо ее до конца уже раздеталировать, посмотреть, можно ли что-то с этим сделать. Кольцо подшипника, все нормально здесь, все, похоже, смазывалось. Это основная турбина, она плохо крутится. Получается, очень туго. Ох, что-то провернулось. Что-то провернулось с каким-то смещением. Такое. Смещением? Сейчас узнаем. В чем причина заклинивания? Так, смотрим, что под этим кольцом. Еще одно кольцо. Горячее все еще. Вот это подшипник, ребята. И все печально здесь. Видите, как подорвало сепаратор? Его загнуло. Похоже, это из-за отсутствия смазки. Хотя смазка туда подавалась. Оно вот все даже масляное. Но... не хватило, видимо. Да, жесть. Ну, надо выпрессовывать, смотреть уже более внимательно. Все рассыпалось. Что с этим делать, пока не знаю. Есть мысль вообще выкинуть сепаратор и сделать, вот как я обычно делаю, чисто на шариках. Были бы керамические, было бы круто, но их очень долго ждать с Китая. А так можно найти пару шариков вот таких, дополнить, а сепаратор выкинуть. Будет чисто на шариках работать. Без сепаратора заодно хорошо смазка будет попадать. Сепаратор не будет мешать. Ну, короче, одни плюсы. И нечему будет размазываться. Ну, это такие мысли. Опять же, неизвестно, как оно себя в работе потом поведет. На маленьких турбинках нормально такие подшипнички работают. На турбостартере тоже нормально. А как будет на этом движке, неизвестно. Вот. Ну, а почему были вибрации при останове двигателя, я до сих пор не знаю. Я вот здесь заметил, что компрессор, он прям трясется весь. Потому что сейчас все работает нормально, компрессор раскручивается, никаких люфтов нет. Там очень малые зазоры между лопатками. Если были люфты, это бы почувствовалось. Теперь пару слов по вылетевшему подшипнику. Вы, наверное, подумали, что он вылетел прямо из двигателя. Нет, ребят, все гораздо проще. Здесь устанавливались агрегаты. Вот в частности, где-то там стояло это кольцо. А на агрегате были шарики со вторым кольцом. Ну, то есть оно вот так все вставлялось туда и работало. Вот он там. Имеется посадочное место под вот это кольцо. Был небольшой локальный взрыв, и его просто ветром оттуда выстрельнуло. Да не должен. Вот, то есть это не так, что откуда-то там из рабочей части. Нет, тут все прикручено везде. Тут ничего не выстрелит. Дальше. Что делать со свободной турбиной? Понятия не имею. Похоже, придется ее просто тупо ликвидировать. Смотрите, она остыла, начала немножко даже проворачиваться. Может быть, промаслает? О. Ну тут, конечно, история туманная, почему так произошло. При заклинивании весь корпус треснул по окружности и вылетел даже кусок. Вот это выполнено из хрупкого металла получается. Ну а вот она уже и свободная турбина там. Видно, что размазала лабиринтное уплотнение. То есть вот эта вторая ступень, она уже не очень явно. Первая пока что еще хорошая, как я надеюсь. У меня есть такие мысли, что была известь, вот там вот, где-нибудь между лабиринтным уплотнением. Когда мы это все дело расшатывали, размасливали, то есть мы добились, что она легко вращалась, все было хорошо. Но в какой-то момент, может, на оборотах вылетела просто часть этой извести и заклинила ее. Заклинила резко,
Поэтому чуть ли не разорвало напополам корпус. Турбинки мне здесь, конечно, очень нравятся, ребят. Хотелось бы их сохранить, но вот печаль, одна уже умерла. Можно, наверное, ее как-то что-то чуть обточить, но это уже все. Ладно, надо дальше продолжать разбирать. Посмотрим, что с ней стряслось вообще. Придется сделать все-таки спецключ, потому что там внутри, на глубине около 20 сантиметров, находится спецгайка. Вот такого плана, и ее придется как-то извлекать. Придется использовать приличную болванку. Конечно, размер у нее неприличный. Болванка приличная. Теперь я надеюсь, вы меня поймете, почему я не стал делать этот ключ сразу. Потому что много ресурсов нужно. Нужно болванку. Нужно много времени на это все. Поэтому и узел не разобрал. Но вот придется все равно разобрать, рано или поздно. А что делать? Ну вот, потихонечку идет процесс. Получается какая-то мега красота. Здесь начинал точить другим резцом. Ну а тут поменял пластиночку. И красота пошла. Так, наружный диаметр готов. Потихонечку сверлю на глубину 150 миллиметров. Пошел процесс расточки. Берем по миллиметру, сталюка непростая, большего не позволяет, ломаются резцы. Ну вот, собственно, инструмент готов. Это очень-очень специализированный инструмент для откручивания всего лишь одной гайки в одном двигателе. Поставили агрегат на токарный станок, потому что вручную открутить не удалось. Поджали пинолью задней бабки турбину и пытаемся. Жестко. Что делать? Я так понимаю, если бы я хотел ее разобрать, я бы не смог бы изначально. То есть правильно сделал, что не стал сразу ее разбирать, делать ключ. Непонятно, что и как, что делать. Все крутится, а затянуто адски. Приходится шизить. Не хочу сломать турбину, вот эту вот последнюю оставшуюся целую. Поэтому будем ломать вал. Привариваю пруточек. Технологии. Как считаешь, шансы есть у нас, а? Так уже шансов больше намного. Да ты чё? Так. Поворачивается. Нажимай хватится, нет? Ну тут ты смотри, терпит. О, кажется, все. Все? Да. А ну еще раз. Ну, видишь, это явно говорит о том, что гайку мы открутили. Класс. Ну и что мы тут имеем? Вообще сухо все. Турбине хана, ребят. Просто жесть. Ну, видно, что здесь все сухо как-то очень. Ну, а могло выгореть, конечно. А вот здесь куча ржавчины, куча пыли. И ноль масла. И ноль масла. Внутри масла. О, это подшипник. Повезло, что все откручивается легко. И мы быстро достигнем цели. Какая-то роскошь. Все-таки снял. Вижу здесь мега зубцы для соединения двух турбин. Итак, ребята, как же можно все это дело резюмировать? Вот они, все турбины лежат на столе. Можно посмотреть, оценить состояние. Да уж. Вот это вот, конечно, шок.
и причем некультурный. Есть следы подгорания лопаток. Это сгорело лабиринтное уплотнение частично. Плюс частично было касание, и оно уже начало стирать уплотнители. Даже клок вырвало с соплового аппарата. Эта турбина, в общем-то, полностью в утиль идет. Не знаю, что можно с этим сделать. Так. Ну, а вот эта, она почти сохранилась. Это первая ступень. Они должны работать в паре. Я уж не знаю, был ли здесь перекрут при наших дерзких испытаниях. Но могу сказать точно, что что-то мы перегрели. Потому что, видите, и здесь тоже есть следы касания. Турбина вошла в какой-то резонанс, терлась неравномерно и сточилась немножечко яйцом. Она сейчас неравномерная по диаметру, имеет биение. На 100% я, конечно, не могу судить, почему произошел перегрев, но мне кажется, из-за того, что мы поставили выхлопные патрубки. Во-первых, мы их поставили не совсем правильно, но выход с каждого отверстия был, тем не менее, свободный. Больше всего сыграла роль, что мы не поставили заглушки, и было какое-то неравномерное горение. Тогда как до этого, когда мы стартовали именно с открытыми всеми отверстиями, движок просто мега классно запускался, и никаких проблем, никакого виброгорения не было. А вот как только мы поставили патрубки, все было немножко похуже. Ну, все было на ваших глазах, ребят. Мы предварительно ничего не стартовали, именно запуски были вот так, как они есть на самом деле, без всякой подготовки. Поэтому мы дали на всю, и турбины прогорели. Хотя, можно было на самом деле остановиться. Я чувствовал, что что-то не так идет. Но решил уже давать так давать. Надеюсь, мне это зачтется. Ну что, как вы думаете, собирать его обратно или нет? Естественно, с удалением кое-каких деталей. С кое-какой реставрацией. С кое-каким реанимированием. Вот даже и не знаю, ребята. Стоит подумать над этим вопросом этой ночью. Ну а у меня на этом все. Кому было интересно и самое главное полезно, подписывайтесь на канал, поддержите лайком. Всем пока, до новых встреч!